Всем привет, дорогие друзья! С вами Школкова обществознания Мария Васильевна. Мы с вами вместе провожаем уходящий 2023 год, встречаем новый 2024, но, конечно, год, который нас больше интересует, учебный год продолжается. Вы были большие молодцы, по крайней мере, многие из вас. Вы упорно работали, занимались. И сегодня мы хотим сделать подарок, совершить такое маленькое новогоднее чудо для всех, кто хочет хорошо сдать ЕГЭ по обществознанию. С 29 декабря по 6 января все наши курсы открыты для всех желающих. Вы можете подключить любой курс, конечно, советую подключить прежде всего обществознание, посмотреть любые вебинары, воспользоваться всеми материалами под вебами, скачать конспекты, попробовать поделать тестовые ДЗ. Вы можете закрыть какие-то блоки, какие-то отдельные темы из разных блоков и приблизить себя к успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию. Мне кажется, это будет отличным планом на каникулы. Сначала выспаться, отдохнуть, вкусно покушать, погулять, встретиться с друзьями и с родственниками, а потом все-таки позаниматься, и уже тогда второе полугодие учебное вы начнете в правильном настрое, таком вот рабочем, боевом, и многое сможете уже закрыть, и вам будет проще, потому что, ну, все-таки школы нет в эти дни, и действительно можно качественно, продуктивно поработать. Еще раз, с 29 декабря по 6 января все курсы Школковы открыты для всех желающих. Условие очень простое, нужно сделать репост, после этого переходите на сайт Школкова, и у вас все открывается. Если вдруг какие-то сложности, обязательно пишите в наши открытые группы, пишите в техподдержку, мы вам поможем. И если вам понравится, ну а это опять же отличная возможность посмотреть изнутри, как наши курсы устроены, какие там материалы, какие вебы, какие домашки. Если вы захотите продолжать вместе с нами, то вот в эти праздничные дни вы можете воспользоваться промокодом ЁЛКА, который дает 20% скидку на наши полугодовые курсы. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Здоровья вам, сил, вдохновения и готовьтесь к ЕГЭ, готовьтесь хорошо вместе со Школкова. До встречи!